5 мая будет у нас день съемок и день впечатлений. Собственно, о чем я хочу поделиться, к чему я пришел к выводу, что несмотря на всякие там карантины и прочее, поход в лес – это, пожалуй, одно из наиболее впечатляющих, наиболее насыщенных, наиболее... как сказать, лучших способов провести время. Как с пользой, так и просто так. Собственно, масса впечатлений от простого похода. Заодно и вот такие вот лягушечки в качестве улова для капского варана. Целых две штучки. И... что я хочу сказать. Лес — это не только свежий воздух, польза для организма, но и вот такие вот приятные впечатления. Возможность опробовать свои силы и прогуляться. Собственно, лягушечки я показываю не просто так. В коробочке мы их долго держать не будем, поэтому пересадим их вот в такое ведерочко, куда я уже налил воду и... растворил высушенный комочек сфагнума. Тут на нем плохо фокусируется. Но это все мох. И сейчас мы выпустим сюда наших лягушечек. Я с самого начала не собирался держать их в такой посуде. Это временная мера была. Фактически только в качестве переноса. Из пункта А в пункт Б. Вот они, наши две красивенькие лягушечки. Уже привыкли к своей коробочке. Странно. То, что тут происходит. Вот теперь они, так сказать, в более интересном месте. Я их подержу пока здесь, а пока сам в интернете посмотрю, как бы лучше для них устроить аквариум. Конечно, рекомендуют, где-то я читал, что рекомендуют держать на сфагнуме влажном, поскольку вода быстро засоряется. Но посмотрю и другие рекомендации. Вот у нас две такие лягушечки. Такие сквизистые. На ощупь очень странные, слизистые, как, я не знаю, как такая тина. Тина, ряска, очень плотная. Ну вот он, мой сегодняшний улов. Очень жаль, что они будут обедом для... капского варана, но это произойдет не сегодня. Скорее всего, гораздо позже, завтра или послезавтра. А может и через неделю. Надеюсь, им будет удобно жить в таком месте.